Снегурочка. Я же могу сейчас это взять, Нисма, и мы переделаем. А, нет, мне не хватит. Да, хватит. Мне хватит денег, слушай. Звонит полиция, тут пьяный гонщик. Ты за пиво, а не доната. Кстати, донат-то был на пиво, там написано было на пиво. А, спасибо большое. Он, видишь, он просто выпил пиво, думал, ладно. Еще. Купите транспорт, да, берем. Че, кстати, по очкам у него? 226, уже. Уже как этот самый. Как Делориан получается. Какого цвета берем, ребят? Голосуем. Первый, кто напишет цвет, я тот и беру. Вот цвет этот самый на экране здесь. Жовто-блакитный желтый. Давай желтый. Надо синий-желтый. Синий-желтый надо. Какой-то два ты, сразу. Все, уже ты написал желтый, ты не успел. Только черный. Гонщик, звони в полицию, трест. И биткоины все улетели. У меня 389 бабок осталось. Ничего себе. Не кей, а просто 389. Так, и что мне? 8 новых миссий. Это же? Ага. Она мне понравилась. Давай, я, если что, это самое, готов. Ого, ты бабник. 389 бабок. Передай. Ага. Медведь, тебе привет. Так, смени транспорт. Привет. Тир. Он бабок. Он как этот шай. В смысле, а как менять транспорт на этом? Не знаю. Поехали. Блин. Нет. Ну ладно, поехали. Так, ладно. Че, короче, тогда до завтра я побежал. Давай. Надо, а это чё завтра? Отдыхать. А, завтра ты не работаешь, кстати. Завтра праздник у нас. Пасха. Завтра я постараюсь. Пасквет-то у нас называется. Пару часиков поиграть. Истер, да? Пасквет. А, Истер там на английском. Истер на английском, да. По-итальянски Пасква. Пасха — это Пасква. Буквы получается на итальянском. Ну, игрушка впечатлила, ладно. Опа, еще и драйвер. Да, я здесь был. Все, я удаляюсь. Всем. Не удаляйся только. Не надо. Отличного вечера. Спасибо. Я тоже. Так. Хорошо отдохнуть. Хотя уже, блин. Ну уже... это время сменилось на час. У нас вперед. У нас уже, да, у нас уже понедельник, но меня рубит, все, я время смотрю уже. Ну ты крыша сегодня откатал, конечно. Миша уже, блин, полдня прошло, блин, а мы еще спать не шли. Все, всем хорошего вечера. Да, гоняйте, теперь мы на час ближе, наконец-таки. Да, 5 часов разницы. Миша, уже будет чуть-чуть проще иногда играть в воскресенье. Ага. Ну, посмотрим. Если теплее будет, тяжелее будет становиться играть, но тем не менее. Ну, ладно, если что, я если не в командировке, я на связи. Ну, хорошо, посплю сейчас, потом... Надо будет обязательно еще стану поиграть стрим, да? Пару часиков, потому что да, потом опять просто не контролируем, то другим. Ага, и рано спать идти, да, потому что у меня Петер хороший получился. На работе новый первый день. Ладно. Я, короче. Давай. Я к нему как этого. Удачи, гонщики. Спасибо. Форсажи. Машина перепрыгнула на трамплине. 150 были на пиво, да? Клево. Че шестым еду? Все, давайте. О, я застрял в текстурах. Нормально, ну почти. Спасибо, Олежек. Мужик шел с продуктами. Поехал. Блин.
Сбил мотоциклиста. Реально GTA 5. О, ты что здесь едешь? Чё ты пятый? В смысле? Я что-то решил. Понял. Полбик прикачился. Кто это? Я был о тебе лучшего мнения, знаешь, ты так едешь. Едешь такой. О ком? Чё за внезапное включение? Ты такой едешь, говоришь. Ну тут мотоциклист, но я его сбил. Пьяный ют это все. Трезвый, все. Нормально перелетел. Ну я так подумал, а что нет. Да, в GTA я их часто подбиваю. Мне нравится эта тема. Ну да. Особенно после Миднайта, оно как раз оно то. Блин, после Миднайта я не знаю, как вообще ощущается эта игра. Ну, да. Да. Очень хорошо оно ощущается. А что такое? Блин, ну вообще красивая тачка вот эта, которая есть. Делорен? По рассвету, да. Ну такой. Малиновая лада. Или как она там? Я забыл, как эта песня поется. Пятый. Меняй машину. Ладно, меняй машину. Она не особо быстрее будет. 29. Чат не читает, он вспомнил трек. Я телефон заряжал. Все, сейчас его вернул на место, сейчас буду читать. Пиво no, my fruit, auf Wiedersehen. Так, тюнинг. Сейчас мы сделаем цвет. Так, синяя, как у желто-синяя я тебе сделаю. И здесь, так, перламутровый, переливающийся, во. Пока желто-оранжевую сделать. Мне как-то сине-фиолетово, знаешь, это так. От краски нет вреда, ачивочка. Ну, если ее только не нюхать. Если ее не нюхать, то вреда нет. Тоже ничего сине-фиолетового. А пока такое оставлю. У меня деньги кончились. Так у тебя там бабки зато есть. Можешь обменять их на деньги. Так, ладно, машину я сменил. Мы еще никакие детали не обсуждали насчет бабок. Ну хорошо. О, я в каске, ничего себе. Так. А вообще в шлеме надо ездить. С твоим навыком вождения, понимаешь? В шлеме, в бронежилете и в спасательном круге, потому что ты еще на лодках ездишь. Блин, вот, сука, ой, извиняюсь, этот самый, мне интересно, не сука, а сучка, ладно, хорошо. Сучка. По-итальянски. Этот самый. А что? Мне интересно, можно ли Midnight реально настроить через PlayStation или нет? Через... Эмулятор? Ну да, типа... Блин, я просто помню, Олег говорил, он хотел этот самый закопиться, но он хотел старые игры. Ну и я хз вообще насчет старых. А вот PlayStation 2, вот у меня прям так аж оно мое, понимаешь, PlayStation 2. Ну просто, вот у меня же это, когда там вчера, позавчера была апатия, я вообще вот просто лежал, понял? Я ничего не мог сделать, у меня просто вот так руки такие, как шланги, понял? И все, я лежу такой, и все. Ну, этот самый, ну потом что-то поспал, вроде бы этот самый, отошел, думаю, ладно, надо как-то этот самый, антистресс какой-то провести. Зашел? Но поспать иногда, конечно, сильно. Ratchet & Clank. Так, ну что, я на этой самой, я на тачке. Я понял. Вот, и короче, я такой захожу в Ratchet & Clank, а там Ratchet играет в консольку. Играет в Ratchet & Clank. Ratchet играет в Ratchet & Clank. Я такой понимаю, что я, блин, как бы, это ж как раз таки то, как сказать. Но это же как? Это же гонка? Ну я сейчас чуть медленнее, как хочешь. Сколько вы сегодня? Да давай я тоже испытаю машину. Чё сегодня сколько?